друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспром» на стихи замечательной поэтессы Германа Шумилова. Композиция называется «Я услышал мадам Вальс осенний». Музыка исполнения Самуила Фоломовича из цикла «Жившая поэзия». Я услышал мадам Вась осенний рассвет, что играли вы в ночь от меня далеко, а я песни вам пел благодарность за это, и гитара моя подпевала легко. Я для вас пел и пел, для меня вы играли, мир жестокий пирал эти чары любви. Он светлел, он добрел под аккорды гитары, где рождались для вас откровения мои. А не только для вас, я пою вам об этом, вы услышите слова, понимая их пыл. Буду петь я зимой, грустной осенью, летом. Мой порыв и восторг от невзгод не остыл, а на завтра я снова с подругой гитарой, так судьба мне велела, так Всевышний велел. Я в ответ выбью танго и вальс свой на пару, чтобы я далеко от вас пел и хмелел. Я услышал, мадам, вальс осенний к рассвету, что играли вы в ночь от меня далеко. А я песни вам пел благодарность за это, и гитара моя ворковала легко. Я услышал, мадам, вальс осенний к рассвету, что играли вы в ночь от меня далеко. А я песни вам пел благодарность за это, и гитара моя ворковала легко. А я песни вам пел благодарность за это, и гитара моя ворковала легко. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурнович. Музыкальная композиция «Экспромт». Я услышал мадам Вальс осенний. Стихи Верона Шумилова.